С 7 июня Карелов Автотранс отменил 4 и сократил 7 дачных автобусных маршрутов. Причины изменений в высокий дачный сезон перевозчик пассажирам не сообщает. Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия с 14-летним подростком 5 июня в дачном кооперативе «Сосновый Бор». По предварительной информации, ребенок на велосипеде был сбит квадроциклом в районе 20.00. Несовершеннолетний с травмами в больнице. Любителей снимать и публиковать в интернете видеоролики о республике приглашают принять участие в конкурсе «Блогеры о легендарной Карелии». Под постом с роликом, снятым не ранее 1 января 2020 года, нужно поставить хэштег, который вы видите на экране, и направить ссылку на электронную почту. Итоги подведут 14 июня. Администрация Петрозаводска проводит сбор информации от родителей о желании поступления или перевода детей в новую школу номер 55. О своем решении просит сообщить по телефону в управление образования до 16 июня. Республиканская станция переливания остро нуждается в донорах всех групп крови. Ближайшая суббота донора пройдет 19 июня.